У меня список вопросов, которые задают нашим мелким специалистам в интернете. Готова ответить? Да. Yeah. Наталья Джум, что такое счастье, спрашивает? Счастье – это когда ты очень радуешься. Счастье – это как будто ты в кого-то влюбился или подружился с кем-то. Счастье – это когда радуется, вот как я сейчас. Вот, например, ты не дружил, не дружил, потом раз – и кто-то захотел с тобой подружиться. Ну, це коли розвеселити і добавити чуть-чуть добра. Того таке щастя. Вова Сандрук интересуется, что делает папа, когда у мамы болит голова? Лечит. Лечит или вызывает доктора, или дает таблетки. Нужно померить температуру. Папе? Маме. Лежит в постели. Никак не реагирует, да, спокойно? Нет. Ждет, пока переболит. Суровый папа. Да. Когда у мамы уже не болит голова, то можно уже им двоим заняться чем-то. Что делает папа, когда у мамы болит голова? Шпилит. А что? iPad. Папа, продолжайте шпилить. Ну, мы продолжим. Вот Стас Путильцев задал вопрос, который тревожит многих. Когда наш президент Петр Алексеевич Порошенко продаст свою фабрику Рошен? Никогда. Бо там-то много такого вкусненького. Я не хочу, чтобы его продавали. Это ты процитировал Петра Порошенко? Да. Я люблю конфеты, я сладкоежка. Добавил Петр Порошенко. Как думаешь, он пробовал свои конфеты сам? Ні. Якщо не пробувати, то тоді вже продаш. А якщо попробувати, то буде вкусно і ти не продаш. Основа бізнесу, ребята. Понимать надо. Ну и последний вопрос на сегодня. Ирочка Власова интересуется, как стать одним из мелких специалистов. Ну как? Вот так. Во-первых, надо быть мелким. Это раз. Надо очень много книг читать и знать, сколько будет сот на 500 и разные всякие примеры. Дать номер телефона мой. И ты все порешаешь? Да. Прекрасно. Знать математику, физику, географию, историю, английский язык, немецкий, французский. Ну и все на свете надо знать. В общем, телефон Варин у вас теперь есть? Приходите, разберемся. Дорогие телезрители, задавайте вопросы, но мелкие специалисты на них ответят. Бай-бай!